is your life. Tonight, tonight, then we gon' set it right. Live in the daylight and dance through the night. When the sun is out and the moon is asleep, it don't matter where you are, the world's at your feet. Have some fun and get loose with me. Let it in your heart and set yourself free. Ребята, привет! Сегодня будем обозревать, сегодня не то, что какой-то обзор, просто посмотрим комплектацию. В общем, купил кальян, первый в жизни, первый раз в жизни покупаю кальян, вообще не знаю, как это делать, вообще не знаю, как это устроено, как работает. Нет, я пробовал кальян, но начал выбирать и понял, что их миллионы всяких разных, российских, в общем, кальян у нас российский, давайте, что разглагольство, Пандора кальян. Модель STA-001-2. Вот такая вот у нас симпатичная коробонька. Есть кальяны, конечно, комплектации есть разные. Почему Пандора? Это российский производитель. Да, само производство в Китае. Ну, ребят, все делают все в Китае. В общем-то, сам кальян у нас здесь. Колба у нас вот в такой коробоньке. Сейчас все распечатаем. Вот только приехали с магаза. Что понадобится, кроме кальяна? Я такой, купил кальян, все принес. Куришь, все ништяк. Нет, ты берешь кальян. Ты берешь уголь, ты берешь табаки. Мы все взяли за недорого. Неон табак, 150 рублей за упаковку, 50 грамм, чисто попробовать. Ты берешь для туалета, для кальяна ёршик, чистить его. Это у нас коллаут. Я даже не знал, как правильно это называется. Вот такая штучка. Оказывается, можно не фольгу накручивать. Просто у всех моих знакомых, кому я приходил, что-то там фольги. Я подумал, ну что это такое? А оказывается, можно купить вот такую штуку. Сейчас мы ее тоже посмотрим. Не хочется уделать плиту. В общем, купили вот такую. Заехали в Галамарт. И там по распродаже купили вот такую плитку. Не знаю, что я... Такая вот походная плитка, знаете, с газом. И баллоны вообще 40 рублей стоят газом. Так что... Вот так вот все упаковано, очень круто, да? Смотрите, сколько вспененного полиэтилена. То есть, будьте уверены, что это все дело до вас дойдет. Цена. В общем-то, за все, про все, прям вот за все, наверное, если взять, это десятка вышла. Вот прям за все. Сам кальян где-то вышел в районе 8 тысяч. Все, вот прям все с табаком, это вот 10 тысяч. И это очень круто. Я посмотрел, сколько стоит кальян, у меня челюсть выпала. Ну, если из нержавейки. А это, кстати, из нержавейки. Вот Маклауд тоже был из нержавейки, но он 11 там был с чем-то. Есть дешевле модели. И они тоже, они из алюминия какого-то там пищевого. Их можно использовать. Ну, хотелось, знаете, чтобы нормально было прям. Сначала посмотрим комплектацию. Силиконовый шланг на новогодних завязках. Не знаю, это... По-моему, фирма сама это казанская или не казанская. Я поизучал, мельком поизучал вопрос. Бэмс, вот такой силиконовый шланг. В принципе, они, я так понял, ну, матовый силикон. Я так понимаю, что силикон он везде, во всех кальянах сейчас используется. Давайте я это все в сторону уберу. Трубочка. Трубка очень прикольная. Черная, классная такая трубка. Очень стильная. Кстати, сам кальян тоже достаточно стильный. Правда, я не знаю, как его собирать. И зачем я это делаю? Ничего не убрал. Давайте сразу на шланг. Вот, короче, вот мои познания в кальяне, наверное, интуитивно, как собирать. Это вот. Чик. Все. Давайте посмотрим поближе комплект, что у нас уже есть внутри. Я могу неправильно называть сами термины, вы уж сильно меня не судите. А, ну это у нас клапан, воздух отсюда, это я знаю. Тут такой вот у нас шарик есть, он не знаю с чего. Нет, он не стеклянный, он пластиковый матовый шарик. Силиконовый уплотнитель. Пандора выгравирована. Вот так, вообще тяжеленная штука. Слушайте, кстати, кальян, да, нелегкий, вот так скажем. Нелегкий. Что-то прям на железку встает. В общем, тарелка. Правильно, наверное. Я не знаю, правильно, неправильно. Вот такая большая, огромная. Все это нержавейка. За это вы платите. Здесь уже не гравировка, здесь просто Пандора. Написано, ну, достаточно симпатично. Вот такой... Ух ты, какая симпатичная и клевая стойка. Я не знаю, как правильно называется. Все, кстати, на силиконовых прокладочках. Вот стоечка у нас так. Здесь прокладка силиконовая, немножко кривенькая. Китай, брат, да, собирал. Но вроде сделано все очень даже аккуратно. Были с разной расточкой. Но мне понравилось, что меньше всяких этих. Очень симпатично смотрится. А вот как раз-таки, что у нас, наверное, на притирке.
Чи? А, во. Во. Слушайте, я уже почти на один шаг приблизился к кальянному миру. Все это на притирочках. Смотрите как. Чик. Это у вас шланг будет так плотно так садиться. Очень клево, слушайте. Очень здорово. Очень клево. Но чувствуется уровень. Прям чувствуется качество. И что я говорю? А, ну вот сумма, что 8 тысяч за кальян сейчас, это недорого. Я бы не сказал, что это для меня недорого. Но это прям самое говняшное, наверное, во всем этом деле. Это вот эти вот щипцы, или как правильно назвать. А, ничего себе, тяну, вот оно как. Такое себе, знаете. В общем, не суть. Вот они прям, вот прям... барахло. Очень видел, кстати, в магазине прямо очень классные. Это у нас погружается уже трубка, получается, в саму воду. Вот, в общем-то, здесь в комплекте все, больше ничего нет, кроме пружины. Прикольно. Вообще, я думал, что кальяны вообще, не надо ничего докупать для них, сразу, то есть, комплект берешь и там все. Но один у меня знакомый сказал, вообще круто набрать кальян из всяких составляющих, и это будет самый классный. Фактически ли это или нет, думаю, что, скорее всего, за этим правда, потому что что-то одно хорошо делать, что-то другое. Хотя в кальянной сфере они все вот такая вот, все все делают. Вот такая колба, прикольная. Прозрачная. Естественно, хотелось бы непрозрачной. Там были колбы других цветов, и хотелось другую сразу. Но покупать колбу... Они не очень дорогие, как оказалось. Там они от 400 рублей, там, или от 450. Но вот за 900 была черная, черная четкая колба. Хотя и это прикольно. В общем-то, вот так она выглядит. Можно использовать под цветы, если надоест кальян. Вообще, курить сразу. Курение – зло. И я вам не советую курить ни кальяны, ни электронки, ничего. Сам я делаю это крайне редко. Честно, вот прям честно. В общем-то, не курите. А колба классная. Прям подарите своей девочке цветочки, она их поставит. Вы же не всегда курите кальян. Давайте вот этот коллаут посмотрим. У коробка на магнитике. Фирма Lotus. Lotus. Вот такая вот барахлюшка. Ну а чё, класс. Я такие вещи уже видел. Это, то есть, открывается, ничего сложного, ничего особенного, прям такая, прям ерунда какая-то. Не скажу, что прям на качество, выглядит очень просто. И вот у нас чаша. Чаша глиняная, как я сказал, не с первого раза, правда. Взяли белую, потому что, ну, симпатично смотрится. В общем, в конце увидите, что белая симпатично смотрится. Так, в общем-то, комплект этот распечатали. Хотите, покажу, что здесь... В общем-то, что купили, это вообще в 5 сет, вышло это рублей 400-500, там такая хрень, Галамарт вам в помощь, вот за всяким барахлом, ребят, сэкономите, Галамарт вам в помощь вообще, вот такая вот ерунда, это просто нажигать уголь. Нажигать вы можете и на плите. Даже на индукции продавец сказал, можно. Фига себе, здесь пьезо, как и старых зажигалок стоит. Пьезо, это что, поджигать? Ну, в общем, мы подумали, что на индукции делать мы этого не будем. А такая штука понадобится и на природе. В принципе, классная и полезная вещь. Или свет отключат. У нас очень часто отключают свет. Будем готовить еду. А вдруг я перееду в лес? Так, ну что, давайте все это теперь дело соберем. Я думаю, это не очень сложно. Может показаться, что здесь много всего. Но интуитивно, я думаю, тут не промажешь. И резьба есть, и все, все, все. Аккуратно с шариком не потеряйте, потом вы его не найдете. Клапан перепускной или как он. Ну, в общем, воздух просто сюда идет. Закидывайте сюда шарик. Сильно не тяните. Это вам не гайки в машине затягивать. Так что, так, это у нас погружная трубка. Так, берем саму стойку. Весит это вообще прям... Весит тут. В общем-то, у нас наш коннектор для шланга. В общем-то, вот. Устанавливаем в колбу. Сильно не буду запихивать, потому что еще ни жидкости, ничего не залили. Все так классно, знаете, уже здесь мне вообще нравится, что это все вот так на притирке в металл. То есть, вот, у нас тарелка наша крепится таким вот образом. Странно, что с одной стороны нету силиконовые прокладочки, ну, чтобы не металл к металлу, но это уже чисто придирка.
Ну, чтобы не металл к металлу просто. Так. Опс. Опс. А, я не вставил там до конца. То есть, что? Ставим тогда пружинку на шланг. И одеваем шланг. Чик. Одевается достаточно далеко, я бы сказал, одевается. Ну, надеюсь, что я правильно эту пружинку приспособил. А то как... Если вы что-то знаете, что я делал неправильно, вы знаете, что делать в комментариях, как обычно. Ты делаешь неправильно. Вот я делал всю жизнь правильно, а ты нет. А, так, ну что, уже высоты мне не хватает. Все, последний штрих. Здесь у нас будут наши угли. Куш подано. В общем-то, что? Вот мы его и собрали. Я боялся, что у меня вообще это не получится сделать. Нет, все изи, все легко. Мы его собрали. Блин, посмотрите, какой он классный. Какой он красивый. Я не знаю, это, наверное, вкусовщина насчет красоты и всего остального. Но мне нравится цвет металла. Ну, точнее, просто металлический цвет. Очень смотрится стильно. Поэтому мы и купили. Слушайте, какая классная приспособа. Это чистить нашу стойку после ваших курений, наших курений, естественно. В общем-то, почему белый? Смотри, как стильненько все это дело смотрится. Но, возможно, так как шланг черный, эта бы штука черная тоже бы смотрелась очень даже ничего. 2 сантиметра, чтобы шахта примерно 2,5 погрузилась в нашу жидкость. Отвратительно шампанское на вкус. Хорошо, что нам его не пить. Ёлки-палки. Все. Ну что, хватит? Плотно вставляю. Так, шахта погрузилась. Думаю, по жидкости этого достаточно. Газированная ерунда такая. Прикольно. Так, ну что, давайте сделаем уже, смешаем табак. Делаю я это тоже первый раз. У нас тут типа холодненький есть. Ice Cube. Ice Cube. Рэпер такой раньше был. У нас есть ананас, в общем, есть вишня и ментол. Буду называть его ментол. В общем, холодок. Давайте, наверное, смешаем все эти вкусы. Я никогда раньше этого не делал. Да уж, не очень чисто это дело, а на вид, да. В общем, табак дешевый, он на чайных листьях, а более дорогие табаки используют уже конкретно табак. Все это дело надо теперь у нас распушить. Ох, какое же оно липкое, очень. Наверное, возможно, можно сразу это все в чашу забивать. Способов забивания чаши тоже очень много. Надо уложить так, чтобы все это дело не касалось коллауда. Ну и не очень, наверное, плотно. Я лучше оставлю. Для первого раза я просто попробовать. Блин, это очень грязное дело. До красноты прогреваем угли. Хорошо прогревайте угли, чтобы не было... Чтобы, в общем, угли были красные. Хорошо их прогрейте. Мы это сделали на нашей плиточке. Ну, вроде бы нормально. Ну, кстати, можно еще даже погреть, но уже не терпится попробовать. Укладываем их сюда. Все, и закрываю крышкой тогда, что ли. Я так рассказываю, как будто я кулинар какой-то. В общем, закрываю, пусть немножко они там... Пусть они... Немножко там погреются. Жух. В общем-то, что, ребят, прошло буквально минут 5, наверное, все у нас дело. Я несколько раз пыхнул, колба набралась у нас уже дымом. Достаточно неплохо. Единственное, что... Вкус просто пушка. Он с каждой минуты, я еще вот посидел, просто насыщается вкусом. Очень вкусная штука, очень дымная штука. Прям как... Тот, который вам подают в баре, в клубе или где вы заказываете кальян. Очень классно, очень вкусно. Я не знаю, это кальян,
ну, заслуга кальяна, заслуга табака или чего-либо. Я говорю, это мой первый кальян, сразу взяли более-менее нормальный, очень вкусно. Не берите, кстати, ребят, китайские кальяны, пока изучал этот вопрос, все... Они дешевые, они крутые, но есть и нормальные кальяны от 5-6 тысяч фирмы, ну, не знаю, погуглите, если что-то спросите, я, может, что-то подскажу. Но Маклауд, вот он не очень дорогой, и он тоже вроде бы как бы нормальный. Этот кальян просто пушка. Очень вкусно, очень вкусно. Сейчас прямо вкус. О, блин, кайф. Теперь эта штука есть у нас дома. Наверное, теперь это все будет чаще. Я еще раз повторюсь. Все это дело плохо, курить плохо, и все остальное тоже плохо. Не все остальное, курить плохо, в общем, классная штука. Возможно, я делаю что-то неправильно, напишите в комментариях, скажите, подскажите, ребята, подскажите, как сделать правильно. Пока все очень вкусно, меня все устраивает. Если я чем-то напутал, подскажите, пожалуйста. Спасибо за просмотр, ребята. Советую кальян, если будете брать, очень классный. В общем-то, скидок в этот раз никаких не подскажу. Ну, единственное, что по халве там что-то по карте от него упадет за покупку. Все, в общем, все вообще вместе с плиткой вышло в десятку. Кальян где-то стоит 1,8, но вот эти штучки надо докупить. То есть и чашу, и коллаут надо будет докупить. Но они не очень дорого стоят. Чаша 350 рублей, по-моему, коллаут так же стоит, все остальное. Ну, то есть и табаки, все, у вас все есть. Спасибо за просмотр. Всего вам хорошего, всем, ребят, всем пока.